Я вот задал себе вопрос, почему мы ведем себя по отношению к животным, которые обстреливают наши города, но так, как будто мы их признаем за нормальных людей. Вот по большому счету мы же отлично знаем, допустим, какая артиллерийская бригада сейчас работает по Белгороду, кто и чьи вампиры, понимаешь? Ну вот сделайте два раза предупреждение, знаешь, как раньше любят, там, два раза предупредили, третий раз выполнили, что по пункту постоянной дислокации этой бригады будет нанесено полное огневое поражение. Там, где у них жены, дети, мамы, папы, где вся их вот эта вот свора живет, понимаешь? И если они в итоге еще раз обстреляли Белгород, то вломите хорошенечко так кассетными боеприпасами и превратите этот военный городок в пустыню. Ну, по крайней мере, тогда уже будет очень четко им понятно, что за все надо отвечать. Понимаешь? Потому что вот по-другому с ними же никак. Вот, это же животные, которые просто не способны ничего воспринимать такого, что, в общем, является человечеством.